Тема 860. Мебельный конструктор. Молодая предпринимательница из Екатеринбурга придумала сборно-разборную мебель, которую она назвала «Детек», которую можно бесконечно собирать и разбирать. Например, если вы куда-то переезжаете или хотите устроить дома смену обстановки, этакий мебельный конструктор. Детали в такой мебели соединяются не при помощи гвоздей, а с помощью стержней и пазов, как в детском конструкторе. Это позволяет не только быстро создавать разные конструкции мебели, но и легко ее собирать и разбирать. Это не только стеллажи и этажерки, но и столы, кровати, стулья. При этом мебель получается очень прочной за счет трехмерного крепления. И не зря такую мебель придумала молодая команда. Опытным мебельщикам с устоявшимися каналами сбыта и в голову не придет осваивать что-то новое. Это бизнес, который я не могу не приветствовать. Сама ратую за раздвижные стены, которые можно возводить и разбирать где угодно в квартире. Это же так интересно, менять мир вокруг себя. Но молодой команде не хватает денег на специальные станки, чтобы производить операции, которые никто сейчас не делает, например, торцевое сверление. Им нужно закупить несколько деревообрабатывающих станков, чтобы, наконец, начать массовое производство креативной мебели. Они собирают деньги с помощью краудфандинговой платформы. Здесь вы можете почитать подробнее о технологии мебельного конструктора «Детек», посмотреть на видео, как она собирается, и поддержать молодую команду производителей мебели нового типа. Картинка кликабельная.